спустился на набережную, пока рано утром. Смотрите, как здесь сделано. Это уже асфальтовая дорожка в гранитных бордюрах. Тут вот завершается некая решетка. Не знаю, как это все правильно называть, а в другую сторону, смотрите, что. Это вот мост. Он укреплен снизу, потому что тяжелая техника ездит. Ну там вот сваи видны дополнительные. Ну не сваи, а какие-то конструкции. И вот продолжение вот этой набережной. Даже не знаю, что будет. Вот кто знает, может, напишите в этом месте, что будет. Потому что, ну, нелогично, да? Широкая такая набережная, потом сходится на такой узенький мостик. Наверное, его будут все-таки расширять, я думаю. И как-то соединять вот эти вот конструкции здесь и здесь. Лестницу задумали ремонтировать, которая туда, к церкви Вознесения. Вот рабочие тут меряют ширину. Бордюры такие модные, гранитные. И вот там вот вдалеке тоже, по-моему, уже второй этаж. Да, второй этаж здания. Не знаю, что это будет. Но на набережной напротив причала. Сейчас в другую сторону тоже покажу. Интересно, как далеко вот это будет все простираться. Прям до конца-конца или же все-таки где-то закончится раньше. Вот такие вот тут у нас работы. Вот такой узенький мостик, отсюда видно, да, хорошо вот ширина моста и то, что здесь. Ну, явно напрашивается расширение, конечно. Тем более, что вот здесь вот срубили дерево и выкорчевали уже большое-большое дерево, которое явно не мешало ничему, если мост сохранять. Так что 100% его будет ломать. Ну, ладно, пойду я выбираться отсюда. Вот свай, так покажу под мостом, какие сваи. Все время их называют сваями. Подпорки. Вот они поддерживают. И фонари какие-то уже новые стоят. Странные конструкции. Первый раз такие, кстати, вижу. Водопадик. Ну все. Парк преображается. Ну все, продолжу традиционную свою прогулку утреннюю. Там лучше выбираться. Тут что-то изобразили. Из положительных вещей вот мостик хороший.